Так, это ты. Не важно, кто я, важно, кто ты и что сделаешь. Давай сразимся, дьявол. Не отказывайся от поединка. Я не буду с тобой сражаться. Ты зря сюда пришла. Я не вернусь в ад, пока не закончу все свои дела. Возвращайся на небеса, ангел. Я отвечаю за дьявола. Все под контролем. Дьяволу нельзя находиться за пределами ада. Ты будешь со мной спорить, ангел? Простите, мессия. Дьявол, до встречи. Анна написала мне сообщение. Она улетела в Африку сниматься в кино. Я думаю отправиться за ней. Хочу сделать ей сюрприз. Не стоит проявлять к ней чрезмерный интерес. Она вернется в Москву и выйдет на связь. Пожелай ей удачи, а нам необходимо продолжать поиски Люцифуга. Ты прав. У нас сейчас есть дела поважнее. Прошу прощения за беспокойство, повелитель. Произошел захват власти. В аду теперь новый владыка. Ты, видимо, шутишь, Абегор. Демоны больше вам не подчиняются. Они избрали нового короля. Месье, я возвращаюсь в ад. Жди моего возвращения. Надеюсь, наша сделка остается в силе. Все в силе. Удачи, дьявол. Я буду ждать тебя. Мы возвращаемся в ад.